Ничего. Чтобы немножечко разбавить вот эту унылость, расскажу сейчас одну историю. У нас в Тамбове есть слушательница, я не знаю, сколько ей сейчас лет, и история была, по-моему, на презентации второго альбома, то есть это было вот 2 года назад. На тот момент вот эта слушательница, она была несовершеннолетней, и она на концерт ходила с мамой. Мама, значит, ее привела, в стороночке встала, мы играем свой сет, и тут доходит дело, да, вот, сайты на тему «Секс без обязательств». Мама такая подмышку быстро доченька взяла и свалила. А вот, я этого не видел, это она мне сама рассказывала потом. А это было, ну, как бы, ну, концерт в нормальном вот рок-баре, да. И на следующую весну у нас есть такой Тамбовский молодежный театр, и мы там делали программу, ну, в смысле, не мы, а театр молодежный делал программу на 8 марта. И я, и, ну, меня попросили, там, предложили, сказали, хочешь? А вот, я как бы, ну, давайте, а вот, ну, там, возьмем что-нибудь из твоего, и давай, говорит, возьмем вот Синицу. Я такой, окей, проблем нету, а вот, берем. Я, значит, из-за кулис так выглядываю в первый день и вижу эту маму с этой дочкой в зале. Но это уже театр, это уже серьезно, все. Мама очень внимательно слушала песню до конца, дослушала. И после этого дочь ходит на наши концерты без проблем. Да, вот. Я, собственно, к чему? Дело в том, что мама не разобралась, а о чем там звук был не очень. А здесь мало того, что в театре, то еще слова слышно было. Теперь вроде бы как, я что-то, ну, насколько я понял, из диалога, это любимая песня вот мамы теперь. Вот, так что бывает вот так вот.